В Национальном музее открылась выставка «Путешествие в мир музыкальных инструментов». Посетив ее, каждый сможет окунуться в быт чувашского народа и услышать оригинальное звучание инструментов, которые были изготовлены по всем правилам наших предков. Наша съемочная группа посетила выставку и готова поделиться впечатлениями. В экспозиции выставки представлены экспонаты из коллекции предмета быта и мемориального фонда Чувашского национального музея, из фондов Аликовского литературно-краеведческого музея, а также музыкальные инструменты из частной коллекции Юрия Кузнецова. Тут их невероятное множество – ударные, шумовые, духовые, струнные, клавишные. И это еще не весь список. Здесь оригинальная концепция перед нами. Можно сказать, инструменты, музыкальные инструменты мира. Как самые архаичные, примитивные и древние, так и самые современные, используемые в нашей жизни. При желании возможно услышать понравившиеся инструменты. Владимир Михайлов, исполнитель чувашской музыки на национальных инструментах, готов продемонстрировать гостям их звучание. Так, например, можно сравнить игру на шебр из натурального пузыря животного и его аналога. Звучание народных инструментов создало в музее особую атмосферу. Хотите в нее окунуться? Приходите. Екатерина Абрамова, Андрей Шоклев, Республика.